15 августа 2015 года. Обещанные дожди так и не пришли. А все потому, что последние дни суперигрок, и он же мастер-погодник Иван Иванович Кулебякин, выигрывает топ-3 гослото почти каждый день. Мы с ним не виделись несколько дней. И сегодня мы встретимся с ним, и он нам расскажет, какие у него результаты, какие достижения. А вы видите эти облака как подтверждение того, что суперигрок в игре. И он выигрывает. И мы ждем его. Здравствуйте, Иван Иванович. Погоду держите. Спасибо вам за погоду в Москве. Наверное, вы выигрываете, поэтому у вас хорошее настроение. Конечно, не только настроение, и хорошие результаты. Выигрываем по 2500 за 600 рублей. Вот только что сегодня получил за вчерашний тираж. Вот угадал, не угадал, а рассчитал. 977. Отдали, правда, 797. И вот за 600 рублей 2,5. Вот 8750 за комбинацию 708. Прямое попадание за 180 рублей. И это же что-то значит. За 180 рублей получить 8750. А вот 750 получил за пары. Все равно сыграл на 600, а 150 отнял в гослото. А вот 3000 получил на паре 2-0. Любимая комбинация моя. Скоро будет 3-0, кстати. 3-0 скоро будет, товарищи, играете. Очень магическая цифра. И вот еще 1500. То же самое. На парах сыграл и выиграл. Вот такие результаты. 3 дня подряд. 18-е. 17-е, 16-е. Главное, интуиция. Надо в нее верить. И тогда победа будет. Деньги получены. Мои меньшие братья сыты. Голуби хлеб клюют. Утки хлеб жуют. Собаки мясо едят. Кошки молоко пьют. И погода для вас. Обратите внимание, только здесь. Синее небо и солнце. На радость вам. Я желаю вам удачи. И дарю вам солнце в сегодняшнем дне. На радость людям. И на счастье вам. И главное, помните. Ведите здоровый образ жизни. Бросайте курить и пить. Дарите женщинам цветы. И играйте скромно. И выигрывайте. И получайте. Вот так. Ну вот, друзья мои, такой результат. Победа над гослото. А они говорят, рассчитать невозможно. Все можно, если иметь мозги. Летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником.